не боитесь сейчас стоять на льду? Ведь он может быть очень тонким. Нет, не боюсь, потому что здесь проверяли его. Проверяли? Да. Чем проверяли? Кто проверял? Когда проверял? Ходили здесь, дырки делали и линейка так. Этими самыми замерщиками, про которые говорит мальчик, были сотрудники территориального управления города Одинцово и отдела по делам гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций окружной администрации. Результаты проверки показали, что на данный период времени толщина льда составляет от 7 до 10 сантиметров. Выход на лед разрешен людям, когда толщина льда составляет 7 сантиметров, когда же толщина льда достигнет 12 сантиметров, люди могут кататься на коньках. Причем массовое катание можно организовывать только когда толщина льда будет составлять 25 сантиметров. Учитывая эти требования, специалисты пока не рекомендуют групповой выход на лед и тем более катание на коньках, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья. Людмила Рожкова со своим 6-летним внуком каждый день гуляет на центральной площади. Сама выходить на лед женщина побоялась, хотя и попыталась, но ребенку под ее пристальным присмотром позволила это сделать. Может и оттепель быть, потому что мокрый снег пойдет и все это хозяйство растает. Ну а пока вот мы пользуемся, пока еще вес у нас позволяет. Зима еще не вступила в свои законные права, но как только морозы окрепнут и лед на Баранке достигнет безопасной толщины, жителям округа об этом сразу же сообщат. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».